Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Предпочитает лицом к лицу встречать все превратности судьбы и чаще всего достигает успеха там, где другие на их месте спасовали бы. Из-за того, что они переживают, могут становиться филантропами. Буква «У» в этом имени означает развитое воображение, великодушие, доброжелательность и порой излишнюю прямолинейность. Владельцы этого имени часто обладают непростым характером самовлюбленность и эгоистичность. У них парадоксально сочетается с добротой и отзывчивостью. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Необычная, богатая индивидуальность этих людей вызывает удивление и зависть, и вместе с тем является причиной обвинений в высокомерии, зазнайстве и стремлении достичь собственной цели, невзирая на мнение и чувства других людей. Другие недостатки единиц – их склонность к сухости, даже жестокости по отношению к другим, стремление к власти любой ценой, упрямство, чрезмерное честолюбие, умение эксплуатировать людей и в крайних случаях агрессивность. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.